Роман «Житие Лавр» Евгения Водолазкина и детективные романы «Юн Несбё» – самые популярные книги у саровчан за последние полгода. Сотрудники библиотеки имени Маяковского отмечают, интерес к современной литературе возрастает, при этом и классики не гаснет. Здесь даже самому взыскательному читателю стараются подобрать книги по вкусу. В нашей библиотеке есть определенные категории читателей, для которых мы делаем специальные тематические подборки. Темы весьма разнообразны. Это литература о войне, литература об Аме, деревенская проза. Вот. Литература по географии – это прежде всего о людях-первопроходцах, о Федоре Конюхове, Дарсо, Зола и много-много других. Вся эта литература есть у нас в специальном отделе, это отделе книгохранения, сейчас он называется отдел единого использования фонда. Во Всемирный день книголюбов люди обмениваются изданиями, делятся впечатлениями о прочитанном. В специализированных магазинах и издательствах проводятся выставки, ярмарки, презентации книг и распродажи. В библиотеках организуют тематические праздники, поэтические вечера и познавательные программы. Маяковка не исключение. В преддверии праздника сотрудники провели акцию с первой строчки, где читатели разных возрастов отвечали на вопросы викторины, вспоминали названия и строки классических произведений, имена и биографии знаменитых писателей и поэтов. В конце июля сотрудниками абонемента была проведена акция «Мое литературное открытие». Читатели выражали свое предпочтение, написав на специальных закладках стикера конкретное произведение и автора, которые они прочитали. Результатом этой акции стал тематический стенд, где читатели могут найти произведения, которые выделили сами саровчане. В фонде отдела насчитывают около 25 тысяч книг, поэтому сотрудники всегда готовы помочь с выбором и поиском нужной. Предпочтения и запросы читателей со временем меняются, но всегда остается живой интерес к литературе. Мы поздравляем наших читателей с этим праздником, с Днем книголюба, а также благодарим тех читателей, которые приняли участие в наших акциях. Мы рады общению с ними и ждем новых встреч в стенах нашей библиотеки. Дарья Козина, Андрей Махмудов, Кирилл Новикевич, служба новостей, Саров 24.